Поехали. Поехали, мы играем. D4. Хороший ход. А теперь? Слон F4. H4. Слона на H2, на G1, потом на E3, потом на C1. Нам надо начать развитие коня. Окей. Хорошо. А, сразу подготовил. Окей, слон H. Он может взять на H3, это будет неприятно, но он не увидел эту возможность. Теперь у нас снова перевес. Да, по-моему, по-моему, белых чуть лучше. Да, по-моему, сильно лучше. Не, ну сильно лучше не может быть в сторонников, которые мы не то чтобы хорошо играли. Ладья H2. Да, сейчас какой-нибудь на F5, и это очень-очень болезненно. Почему? Ну, G5 сыграем, зафиксируем слона плохого. Не, G5 там уже не поможет. Все нормально. Можно сбить потом G5? Ну, это, наверное, единственный шанс. Хорошая позиция. Да? Ладно. Можно мат поставить там. H5 куда-нибудь. Так, висит. Можно пожертвовать. Ну, наверное, не надо. Конскрин. И он отдал нам поле F4, это может помочь. Да тут уже мат должен быть. Какой? Нам? Ну да. Слон D4 единственный разумный ход с... Ну, объективно, но мы сыграем слон E3 и слон C1. А, продолжаем. Не, ну конечно. Нельзя отказываться от плана полпути. Можно сбить на B5. Его можно корректировать. Сначала сбить на B2, а потом собьем на B5. Да, согласен. План можно корректировать, но менять его нельзя. Это не солидно. Немножко похуже у белых объективно. Чуть-чуть. Надо пешку аж додвинуть. H5, H6, потом конь F4, G6. Не, если сейчас возьмем... Ну, B2 вообще взять не можешь. Ну да, даже если мы вынуждены были бить, там такая блокада была по черным полям. Так, он хочет шах. От шаха никто не умирал, правильно? Правильно. Король G2. Ну, позиция белых выправляется. Тут уже, может, равно. Когда мы пешку аж поведем? Сейчас. Поехали. Так, слон b2 должен поставить. Слон b2, ничего страшного. Ладья b1 на какой-нибудь. Шах? Может, король g3? Король g3 это очень мощно. Подключаем ладью с h2. Подключаем короля. А ну короля, так, это тоже пойдет. Да. Ладья b1, ладья b7, сейчас мат будет. Не, между прочим, тут да. Тут что-то надо очень, очень серьезно аккуратно соблюдать. Блин, соперник сам себе мат ставит. G6? G6 грозит? А GH6? Или в другом порядке? H6, G6. Да, наверное, кстати, H6, G6 получше. Что на G6 он может сам H6 пойти. Можно ферзь D6 играть, можно как угодно. А есть противопоказания хода? Ладья F4. Там не будет ничего, там слон E5 под покой. Ладья F4, король D4, слон E5. Ферзь G5. Нет, там, кстати, непонятно. Сбей на D6 ферзем, потом будет. Согласен? Я согласен с этим? Да, наверное, я с этим согласен. Да, у черных плохая позиция. У белых лишняя пешка, потому что. Можно на G7 сбить, чтобы убить единственного защитника? Не, ну а 6 G6 сейчас убивающая угроза, видимо. По-моему, просто победа. Так, теперь надо про красивую победу найти. Может, ферзь G6 ферзя сдать? Шах, слон D6. Не получается, пока не... Пока не получается. А здесь? Здесь блин, тоже не получается, потому что нам не хватает ресурса. Что делать? Блин, G6 рано, бить рано. Где G7 пожертвовать? Тоже не совсем. Хорошо, посмотрите, что делать. Как-нибудь... Блин, что происходит вообще? Все не то. Не знаю. Неожиданно как-то отжали.
Ну, пойти ферзем куда-нибудь. По-простому. Обидно. Это 6. Это 6, по-моему. Не знаю. Это 6, а где F4 будет? И что? Беда, видим. Почему? Просто ждал король F4. Где E4? Ну, ушел. Может. А, там вот здесь же 4, понятно. Так, ну все, пора убивать. Ну, никак, знаете, пока никак не убивается абсолютно. Не может быть. Вполне может быть. Ой, связан, это видно. Ходи быстрее, сейчас время упадет. Сейчас D4. Это тоже не выигрывает. Удивительное дело. Забирай нас еще. Другой у меня по пути. Шаг, ферзь. И кунжи 5, ага. Кунжи 5 связан. Ладно. Ну ладно, в общем, как-то выиграли. Это выглядело довольно странно, если честно. Ладно, всем спасибо за внимание.